Добрый день, меня зовут Василий Рожонков, я являюсь основателем компании Arena Space. Самое важное, что мы делаем, это мы создаем инновационный продукт, и в этом смысле парк как продукт похож на слоеный пирог, у которого в основе лежит, безусловно, продукты, аттракционы, контент, связанный с виртуальной реальностью, с дополненной реальностью и с проекционными технологиями. У нас более 150 единиц разного контента, как мы шутим, для детей от 6 до 106 лет. На втором уровне, это очень важно, сервис, стандарты, управляющая компания, операционный менеджмент и маркетинг, которые обеспечивают качественную работу с гостем и пользовательский путь. Ну а внизу информационная система, которая позволяет обслуживать это. Это Arena Park Management System, которая создает, по сути, пользовательский путь от онлайна до офлайна. Это что-то среднее между ERP и CRM-системой. Очень хочу сказать большое спасибо команде Startup Show, которая позволила нам в 2017 году выступить на их шоу. Это было в декабре 2017 года. Ну и, в общем-то, как мы шутим, 60 тысяч рублей участие в Startup Show позволили привлечь 600 миллионов в компанию. Мы за эти деньги и с тех пор сделали очень большой шаг вперед. Мы не только доказали новую бизнес-модель, построили флагманский проект в центральном детском магазине в самом сердце Москвы, но и очень активно развиваемся за рубежом. Создаем сейчас самый большой парк в Европе. Этот парк будет площадью 2000 метров квадратных. Ну и это еще не все. Следите за нашими новостями.